Всем привет, ребята! И сегодня мой первый день учебы. Так, вот такая вот у нас неделя предстоит, и все это время буду снимать, и все эти кадры буду в это видео вставлять. Сегодня был интересный день. Ну как? Мы начали дежурство, и в принципе все. Это будет тоже 7 уроков, будет 2 физики, будет английский. Будут результаты по сочинению, которые я писала в воскресенье. И, в принципе, все. Всем-всем привет! Это второй день моего влога, и сейчас я буду делать уроки на 21 сентября. Вот. Кстати, я записалась на дополнительный английский на пятницу, так что я вам потом расскажу, как все было. После того, как я сделаю уроки, буду смотреть сериал, потом буду читать книгу, может быть, поваляюсь просто, покушаю, и, конечно же, посмотрю разные вещи, книги на Алиэкспресс и Wildberries. Вот. Всем привет, ребята! Это уже четвертый день, четверг. И знаете что? Сегодня день прошел, в принципе, хорошо. Я получила 5 по географии. Вообще очень рада просто. Сейчас я буду переодеваться. И, кстати, мой лук на сегодня — это черные джинсы и белая рубашка. Школьник, просто школьник. Вот. Что можно еще желать? Учителя, как бы. Белый верх, черный низ. Все в порядке. Вот, так что, да, сейчас я переодеваюсь, кушаю и начинаю делать уроки. В принципе, уроков много, а может и нет. Вроде нет. Thank you.
ребят, я убралась из дома. И сейчас хочу начать снимать видео. Пока не знаю, какое, буду определяться, смотреть идеи, которые я пишу, и буду начинать снимать. Потом сделаю уроки, наверное, и, наверное, позанимаюсь растяжкой. Итак, я иду на маникюр, я убрала ногти, кроме мизинца, и на другой руке тоже убрала. Итак, вот такой дизайн я хочу, чтобы мне сделала двоюродная сестра. Кстати, о погоде. Просто ветер, солнце, и меня, наверное, не слышно. Few moments later. Все, ребят, я иду домой, вот такой вот маникюр мне сделала сестра. Вот такой вот. Мне прям нравится. Я хотела другое, но мы импровизировали, и получилось вот такое вот. Какая погода офигенная, конечно. Вот, мы обсудили все, всех. Все прям круто, классно. И сейчас я иду домой. Few moments later. На предыдущих кадрах вы видели, как я пила вот этот кофе. Он очень вкусный, мне очень понравился. Рецепт в следующих кадрах. Вы когда-нибудь пробовали дальгона кофе? Сейчас научу. Холодную воду соединяем с сахаром, растворимым кофе, хорошо размешиваем и сбиваем миксером до плотных пиков. У меня ушло около 5 минут. Смотрите «Дорама бессмертный. Романтическое заклятие». Популярный южнокорейский сериал о демоне, который проклят жить вечно. Включай ТВ3 в 19:30 и наслаждайся приготовленным кофе. Ребят, я пришла после бани, не знаю, какую маску выбрать себе, тут их 3. Это вроде с коллагеном, вот это с эссенцией, с пептидами какими-то, короче, со змеей связано. А вот это самая красивая, прям мне она очень нравится, с ласточкиным гнездом. Вот, мне она очень нравится, думаю, ее либо вот эту. Но, скорее всего, она, потому что она мне прям больше всех нравится, очень красивая. Итак, я выбрала вот такую вот маску с ласточкиным гнездом, так что давайте открывать. Ого! Ого, вкусно пахнет, достаточно вкусно. Какая она склизкая! Очень пропитанная маска. Тут еще, наверное, тут так много. Как ее разделать? Я не могу разделать. Я одна буду еще в этих масках. Ребят. Она очень пропитанная, я вообще не знаю. Такая маска пропитанная прям. Так, давайте одевать. Маленькая? Наверное. Красота. Ну, реально вкусно пахнет. Думала, не будет вкусно. Ну, не будет так вкусно пахнуть. Потому что это какое-то ласточное гнездо. Как вот? Как? Почему так жесть? Для кого делают эти маски? Ой, какая она прям пропитанная, мне очень нравится. Она прям склизкая и так далее, но... Ой. Я нос неправильно сделала. Ой, знаете, как круто было бы роллером. А потом гуашом. Гуашом. Как правильно пишется гуашом? Произносится гуашом или гуашом? Я прикреплю тут где-нибудь фотографию, о чем я говорю. Что я, наверное, вообще неправильно сказала.
Ждем вроде бы. Где? Тут не написано. Использовать 3-4 раза в неделю. Не смывать. Оставить на 15-20 минут. Снять маску и распределить остатки по поверхности кожи. Не смывать. Для достижения наилучшего эффекта. Использовать маску 3-4 раза в неделю. Хранить при температуре. Я вся в слизи, ребят. Она очень сильно прям пропитанная. Сейчас я иду смотреть сериал и ютубчик, но на этом прекрасном моменте хочу закончить это видео. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что были всю эту неделю со мной. Не забываем про лайки и подписочку, они внизу. Ну а мы с вами встретимся в следующем видео. Всем пока-пока.